Ну сколько уж лет-то он тут, этот дом-то старический, ему 100 лет в обед. Надо уже менять все, а за деньги. Дом признан аварийным. Почему вас все никак не переселят? Ну вот они сказали, мы, говорит, не можем этот дом переселить. Как вам какой-то архитектурный или кто? Архитектурная ценность. Да, да. И вам тут так и жить. Да, пока. Да, пока до 23-го живите. А там, говорит, неизвестно. А вот это они были опять сюда, приходили, там дворт у нас. Боже, что нам... Ой, тут машины останавливают. Нам даже белья некуда повесить. Ничего, грязный. Я вот что там уберусь, все, я потихоньку. Ну, а до этого вы жили нормально, все у вас было. А сейчас не отопление. Как вот вы вообще живете? Что ну, вот, вот и живем. Вот плитку он отключу, плитку пожуся. И вот этот он, этот, как его сын купил, обогреватель. Ой, а он, знаете, мотает. Уже. То есть у вас только свет и все по большому счету? Да, да. А отопления да. Нет? И воды нет, и ничего нет. И воды нет? Да. И туалета нет, все нету. Ну, туалета не было никогда? Никогда. В такой ситуации только вы живете или еще кто-то живет? 5 семей у нас тут живут. Наверху, это, там наверху мужчина, он молодец, тоже и в Москву ездил, это, писал письмо, а ему оттуда сказали... Вам только приезжайте в Москву и с Москвы писать письмо Путину. Вот что творят. Отказ. Возвращики ходят. Ба, ты тут беркулез получишь. Тут сырость такая невозможная летом. Сырость, это ну, конечно, невозможно. Конечно, видно, что жить невозможно. А я уже, ребят, наверное, и так уже, наверное, получил. Я уже стала болеть. Я говорю, хоть годочек или хоть полгодика пожить осталось бы. Дали бы, а вот... До 23-го года сказали. А остальных, получается, дома переселили соседи? Всех переселили. Где они все живут? Кто на этом... как его... На Глобусе дали. Угу. Кому на это... Серебровки. А вы бы где хотели жить? Ну, хоть куда бы. Я хоть куда бы согласна. Кого с Курату, я говорю. Я бы хоть куда согласна. Сейчас зима. Как вы будете без отопления? Да как, мы жили. Прошлый год жили. У нас в 19-м году отгрызли, все отрезали, то мы жили. То вот, есть у вас вторая уже страшная зима началась? Да, да. Ну, прошлый год зима была сиротская, вот эта зима была, не знаем, какая сегодня будет зима. Вот я говорю, давайте, ребят, давайте хлопотать, ну что, ой, я не знаю. А сиротская, вы имеете в виду, теплая зима была? Нормально. Так не теплая, но я когда к брату поеду, он на Пионерской живет, брат сейчас на доме, он придет, пойдем к нам. Ну как ты тут у Валенка сидишь? Они говорят, пойдем к нам, пойдем, своя семья, я там мешаю. И к ним хожу, у них побуду, мороз чуточку пройдет, я опять домой сюда.